Привіт всім людям доброї волі. Якщо у вас є бажання час, приєднуйтесь до нас. Ми працюємо в прямому ефірі. Це розмова на тему, під час якої ми з вами дізнаємось, як творчість впливає на життя людини. У нас в студії гість поет Геннадій Ангелов. Геннадій, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии, тем Спасибо. Более в эти замечательные, такие светлые, немножечко суетливые предновогодние и предрождественские дни. У вас всегда есть что сказать людям, у вас всегда есть что почитать людям. И, как я сказала, мы сегодня во время нашей программы постараемся выяснить, как творчество влияет на жизнь человека. Поэтому будьте добры. Итак, как творчество влияет на вашу жизнь, лично на вашу, на поэта и писателя Геннадия Ангелова? Ну, в первую очередь влияет тем, что, во-первых, мне интересно этим заниматься. Я уже много лет этим занимаюсь. Влияет только положительно. И этим всем положительным я стараюсь делиться с читателями как можно чаще, по возможности, как можно чаще писать больше, работать для читателей, естественно. Геннадий, всегда у вас есть что-то интересное для наших телезрителей, но этот год прошел под таким знаком написания новой книги, которую, дорогие телезрители, наш гость сейчас готов явить вам. Книга, которая только-только написана. И еще, друзья мои, она пахнет типографской краской. Геннадий, рассказывайте. Книга называется «От винта». Выпустила издательство, наше издательство украинское, киевское. Книга вышла в двух вариантах. Это русский и украинский вариант «От винта». Значит, сама история написания книги – это документальная история о нашем советском летчике времен Второй мировой войны. То есть в основу вашей повести, в основу вашего романа легла именно история из жизни? Да, из жизни, да. Это непридуманный герой? Нет. Ну, само произведение художественное, но понятно. Один из главных персонажей, это действительно наш летчик советский, который воевал во время Второй мировой войны, совершал много боевых вылетов и, в общем-то, для родных и близких считался без вести пропавшим. Да, о нем только стало известно в 80-х годах. Потом уже был опубликован материал в газете. Так он все-таки погиб на фронтах? Да, он погиб. Да, он не погиб. Он, его самолет был сбит. Он попал в плен. И уже находясь в плену, он был в австрийском лагере Маутхаузен в Австрии. В 44-м году он совершил побег. Но, к сожалению, был расстрелян. Да, это случилось в 44-м году. И считался для всех он без вести пропавшим. И только в 80-е годы стало известно его семье, что он не без вести пропал, а погиб. Погиб как герой, погиб. Вот такая вот история. Ну, как жил как герой, так и погиб как герой. Вот такая вот история была с этим летчиком связана. Еще интересный был момент. Все эти события происходили у нас, на Украине, и непосредственно воздушный бой происходил между нашими пилотами и немецкими. И один из пилотов был Ганс Рудель, это один из лучших пилотов Второй мировой войны немецких. Да, и вот это наши самолеты были атакованы Мессершмиттами. И из пятерки самолетов остался только один. Один вернулся домой непосредственно на аэродром, а остальные 4 самолета погибли, были сбиты немцами. Да. Ну вот после этого он попал в плен, Николай Кудимов, и оказался в плену, в лагере. Как стало известно о его судьбе, Геннадий, почему вас заинтересовала эта тема войны? Ну, сама тема интересна в первую очередь тем, что семья у меня связана, у меня отец воевал, потом брат матери погиб, защищая Белград в Югославии. Поэтому эта тема всегда актуальна, всегда интересна не только мне, и, ну, остальным людям. Семья затронула многие миллионы людей в нашей стране, поэтому это интересно. Это интересно об этом говорить, об этом читать интересно, рассказывать об этом, чтобы люди знали, чтобы читали, помнили и не забывали, какой ценой это все досталось нам. Когда вы работали над этой книгой, почему вы обратились именно вот к этому сюжету и к этому герою? Будьте добры.
Ну, дело в том, что таких героев во время войны было много. То есть много людей, которые, не жалея жизни, защищали нас, защищали свой дом, каждую пять земли русской. Ну, это один эпизод всего лишь. Героев было очень много, поэтому в книге, в романе она посвящена не только конкретно одному человеку, она посвящена всем тем людям, кто не вернулся с войны, кто остался либо же лежать на нашей земле, либо же в Европе. Поэтому это всем нашим солдатам погибшим. Посвящается эта книга всем не вернувшимся в память. Да, в память о тех, кто не вернулся. Всех не вернувшихся с фронтов войны. Да. Геннадий, а когда вы работали над этой книгой, ведь если в основу положены реальные события и реальный человек, нужно было хорошо изучить документы, поработать в архиве, ну не просто, ну понятно, что облечь потом все это в художественную форму, но основа-то должна быть очень достоверной. Ну, основа здесь документальные факты, то есть о тех временах, о тех событиях, 40-е годы, о наших летчиках, то есть, если, к примеру, будет читать эту книгу человек военный, он не увидит в этом, ну, никакой фальши он не увидит. То есть, я много этим занимался, много работал с документальными событиями, да, поэтому, ну, старался приблизить эту обстановку, эту атмосферу к реальной, к той, которая была в те времена. А на какой возраст адресована ваша книга? Или, в принципе, она будет интересна как подросткам, юным, средним, пожилым, то есть всем? Она будет интересна, да, безусловно, и подросткам будет интересна, потому что для многих это, если это школьники, к примеру, это служба в армии, это изучение военного дела, поэтому и подросткам, и средний возраст, любого возраста. То есть, я думаю, ограничений нет в этой книге. Итак, в этом году для вас год этот был удачным, да. Он еще продолжается, но в принципе уже на излете у вас вышла новая книга. Да. Но, друзья мои, наш гость, он писатель, но он и поэт, и из-под его пера вылетают, я бы даже сказала, стихи, которые я и попрошу прочитать вас, Геннадий. Итак, какими новыми стихами вы готовы поделиться с нами в прямом эфире нашего канала? Сама книга «От винта», она посвящена 9 мая, 72-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И в начале книги идет стихотворение, которое я написал. Я хотел бы его прочитать. «Не будите солдат спящих, тише. Им нужна в этот час тишина. Может, кто-то из них и не слышит, что давно отгремела война. Нет землянок, глубоких окопов, угрожающих минных полей и воздушных ночных налетов, от бомбежек, развалин, смертей. Нет приказа идти в наступление, невозможен расстрел или плен. Не грозит им теперь окружение, и не видно в боях перемен. Не будите солдат спящих, тише, пусть спокойно лежат в тишине. Лишь огонь вечный в каменной нише им напомнит о прошлой войне. Он теплом души павших согреет, чтоб не мерзли они под землей. Наша память жива, не стареет, хоть от горя и слез сединой». Да, Геннадий, какое у вас такое военное стихотворение, суровое, как когда идут солдаты по брусчатке и чеканят шаг. Вот да. Так и ваше стихотворение тоже чеканит каждое слово. То есть вы пробуете себя, ну не пробуете, вы весьма преуспели и в прозе, и в поэзии. Хотя, друзья мои, мы больше знаем Геннадия Ангелова как поэта-лирика. Он пишет стихи о любви. И вот, смотрите, что значит, ну, талант не пропьешь, Геннадий. Ну, безусловно, конечно, конечно. Итак, будьте добры, какие еще стихи вышли из-под вашего пера именно вот в последнее время? Сейчас мы пока подводим итоги, правильно? Да, конечно, конечно. Вот было когда-то у Андрея Вознесенского очень известное стихотворение, которое все любили, была, по-моему, даже песня написана «Не возвращайтесь к былым возлюбленным». Да, вот я ну, бы принципе, хотел обращать. Да. Это правильно. Друзья мои, никогда не возвращайтесь на старые места. И к былым возлюбленным тоже. Не надо. Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть только тени любви загубленной. В шкафу от прошлого в пыли скелет. Не возвращайтесь, не стоит пробовать вернуть те чувства, которых нет.
Уже любовь и не ваша собственность, как выдыхаемый дым сигарет. Дорога к прошлому непримечательна. Душа истлеет, как ладан и воск. Не возвращайтесь уже окончательно. И у любви есть и дата, и срок. Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Пускай в груди и грохочет гром. Гроза закончится и окончательно. Вода размоет построенный дом. Бросайте в реку мечты, обещания. Пускай вода их подальше несет. Туда, где место разбитым желанием, где никогда не построится мост, не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Не покидайте, ведь часто загубленной бывает жизнь, как утраченный свет. Не покидайте своих возлюбленных, пускай вдвоем и идти тяжело. Зато не будет сердец обездоленных всем бедам, тревогам назло. Здорово. Очень философское у вас стихотворение, Геннадий. Тем более, что возвращаться к былому действительно, что было, то уплыло. Да. А вот не покидать возлюбленных, не покидать. Это здорово. Это призыв такой. Не покидайте их. Даже если уже и хочется покинуть, ну, потерпите. Сколько тут уже осталось? Скажите, да, Геннадий. Да, да, конечно, конечно. Вот продолжая тему лирики. Когда у любви исполосаны вены, и кровью залит нижний ящик стола, когда не хватает дыхания, и стены плывут пред глазами, как воск и смола, когда золотистая кромка печали уже не имеет весомых границ, и стержень внутри закипающей стали уже охладел к восприятию лиц, тогда на обрыве, у самого края, прощаясь навеки с земной красотой, душа на мгновение приблизится к краю, а после погибнет в пучине морской. Ну, что-то, Геннадий, очень такие у вас грустные стихотворения. Грустные. Я понимаю, что вы поэт, а поэты, они любят грустить. Они, муза их, она где-то в туманных, печальных далях скрывается. Но очень печальные стихотворения. Ну, не всегда жизнь дарит нам всем праздник. Бывают минуты, и тревожные минуты, и минуты горечи, и печали. Не всегда у нас праздник, правда? Правда. Жизнь, да. Но я заметила, что все-таки стихи, они как-то предрасполагают к созерцанию, не к какому-то будоражащему действию, а именно к созерцанию. Почему так? Вообще поэзия – это особая область, это таинственная область, и она, ну, может быть, даже в какой-то мере мистическая, и там невозможно жить в суете в поэзии. Ну, так происходит, скорее всего, потому что человеку в какой-то момент, ну, может, ну, если говорить о поэтах, ну, хочется в своей жизни остановиться, на чем-то задуматься, пересмотреть свою жизнь, вспомнить какие-то ошибки, которые допускал, что-то изменить, может быть, даже изменить к лучшему. Да, и тогда возникает желание взять ручку, сесть и написать об этом, рассказать об этом, поделиться этим своими мыслями. Ведь многие поэты пишут для себя просто-напросто в стол, и эти стихи никто никогда не видит. Люди бывают по каким-то причинам, либо стесняются показать, либо, ну, не считают нужным, чтобы к ним заглядывали в душу. То есть поэт по природе своей, он открыт людям. То есть поэт – это он как бы обнажает свою душу, да, перед, да, всеми. Да, он обнажает, он говорит, и если его строчки отзываются в сердцах окружающих, то я считаю, что в этой ситуации поэт достигает той цели, к которой стремится. Его слышат, его слушают, его хотят читать, его видят. Вот такая, мне кажется, основная идея самой поэзии. Ну, поэзия – это вообще вершина литературного творчества, это самый высший пьедестал поэзия. Ну, я имею в виду настоящую поэзию, та, которая действительно волнует, которая заставляет задуматься, от которой бывает читаешь, либо слушаешь, и прямо мурашки бегут по телу, потому что видно, что поэт вкладывает полностью и сердце, и душу, весь себя без остатка. Как странно, да, Геннадий? Казалось бы, рифмованные строки, да, а они такое огромное значение имеют. Ну вот если представить себе, что, например, из нашей жизни уйдет поэзия, друзья мои,
Ну, может быть, на первый взгляд и не заметим этого, но насколько наша жизнь сразу обвалится просто? Ну, в нашей жизни произойдет, знаете, конечно, она не остановится, жизнь без поэзии, она будет продолжаться дальше, ну, немного будет как-то, ну, не так людям. Им нечего будет сказать друг другу, ведь влюбленные до сих пор продолжают писать стихи друг другу, признаваться в любви в стихах. И это будет продолжаться очень долго, бесконечно будет продолжаться. Это было, есть и будет это. Когда люди свои чувства, свои эмоции выражают на бумаге и делятся с близкими людьми. Это очень здорово, это интересно, это прекрасно. Геннадий, ну делитесь с нами, делитесь. Наши ангелы были знакомы до рождения нас на земле. Белоснежны, чисты, невесомы, растворялись в редеющей мгле. Среди разных планет и созвездий, где совсем нет секунд и часов, жили без катаклизмов и бедствий и засыпанных пеплом веков. Наши ангелы встретились тайно и спустились на землю вдвоем. Вспоминают о прошлом с печалью, строят вместе из камешков дом. Хорошо им, тепло и уютно, только ночью, когда не до сна, им до слез одиноко и грустно у открытого к звездам окна. Какой вы, однако, Геннадий, даже ангелов заставляете грустить. Ну, не конечно. Да, у вас и фамилия ангелов очень интересная. Кстати, откуда у вас такая фамилия? Есть же история вашей семьи, что такая у вас жизнеутверждающая фамилия ангелов. Вот Геннадий Ангелов. Ну, история моей семьи, вы знаете, это фамилия моего отца, да. Ну, в общем-то, необыкновенного ничего в этом нету. То есть, ну, как нам всем дают с рождения родителей имена, фамилии, ну, в общем-то, ничего особенного нету. Ну, то, что ангелы грустят, ну, это существа. Как таковые, они бесполые, поэтому, ну, им приходится грустить. Да, и эту грусть они порой делятся ими с людьми, ей с людьми делятся этой грустью. И тогда наступают очень печальные времена у людей. Да. А как вы думаете, почему ангелы грустят, Геннадий? Ну, вы, потому что ближе стоите к ангелам, фамилию-то ангелов носите, неспроста. Потому что, ну, мое мнение, ну, они, опять же таки, все это духовная сфера. Ну, они видят, что происходит на земле, как люди относятся к своим близким, как люди относятся к окружающему миру, к окружающей среде относятся ко всему. От этого становится печально не только ангелам, но и просто обычным людям, когда происходят, ну, те вещи, которые не должны происходить. Обижают людей, обижают, либо же как-то еще. Ну, это такой бесконечный такой процесс в жизни, да. Поэтому им становится грустно очень. Грустно и больно от этого. Но ведь в наших силах вызвать улыбку ангела. Ну, конечно, конечно, конечно. В наших силах быть немного лучше. Просто быть немного лучше. Оставаться в любых ситуациях, просто людьми оставаться. Слышать друг друга, слышать. Прислушиваться друг к другу, близким, к родным. Просто к незнакомым людям на улице. Бывает, видишь человека и понимаешь, что, ну, человек действительно нуждается в помощи. Поэтому лишний раз надо помочь человеку, помочь, чтобы человек не упал, чтобы не случилось беды, не случилось, да. Нельзя отворачиваться. Да, нельзя проходить мимо нельзя чужой проходить, беды. Конечно, да. Ну, а мы, Геннадий, продолжаем прислушиваться к вашим стихотворениям, которые и призывают людей к добру, милосердию и взаимопомощи. Когда наступит ночь и яркое свечение, далеких звезд на землю упадет, благослови, Господь, души мои горение и мысли ввысь, движение и полет. К единственной, любимой и желанной дорогу сердцу в звездной дымке проложи. Через года, пространство, расстояние, туманы, ветры и дожди, чтоб в облаках не заблудился, не сбросил ветер в океан. Дождей в дороге до пьяна напился и не разбил мечты об скалы, ураган. Храни любовь в страданиях и разлуке, пусть не коснется ее горе и беда. При каждом вздохе и сердечном стуке пусть ярче в небе светится звезда. Когда наступит ночь и яркое свечение далеких звезд на землю упадет, благослови, Господь, души моей терпение, дай чувствам крылья
если она ждет. Геннадий, а вот скажите, пожалуйста, вот то ваше стихотворение, о котором вы, которое вы читали, «Не возвращайтесь к своим возлюбленным», ну, в принципе, как бы не возвращайтесь на старые места, не возвращайтесь там еще куда-то, ну, вот в прошлое, не надо возвращаться в прошлое. А вот к своим старым стихотворениям, ну, к тем стихотворениям, которые были написаны, например, 20 лет назад, вы возвращаетесь? И конечно. Вы читаете? Конечно, конечно. А как вы их находите? Может быть, они немножко наивны? Или наоборот, вам кажется, что они были лучше, чем сейчас? Или они были более веселее, а сейчас грустнее? Нет, ну я так вы не могу. Вы никогда не сравниваете? Нет, я не сравниваю. Просто иногда, когда вспоминаю стихи, которые действительно были написаны 20 лет назад, даже больше, и чувствуешь созвучие с теми этих стихов сегодняшним днем. То есть то, что написано было тогда, оно, в общем-то, имеет определенное значение и сегодня. То есть, если это написано искренне от души. То есть, ваши стихи не устаревают, можно сказать? Ну, это не только мои стихи, вообще стихи поэтов любых. Не устаревают, да, они не устаревают, да. То есть, если человеку читатель читает, ему, может быть, в этот момент именно созвучны эти порывы поэзии, порывы поэта, которые были написаны когда-то. Поэтому, ну, нельзя сказать, что поэзия устаревает. Такого нет, да? Нет. Да, такого нет, конечно. Так же, конечно. Как и проза, да? Да, так же, или как и проза. Или проза все-таки может немножечко, потому что... Ну, вот проза более... Меняется, да. Да, проза более как-то созвучна своему времени. Да, то есть раньше писали, в советские времена писали совершенно другие вещи, совершенно другие писатели. Сейчас время требует более ритмичного, более ритмичный образ жизни, более насыщенный, поэтому и книги совершенно другие. И появилось, опять же таки, много разных направлений в литературе, которых не было, к примеру, в прошлом столетии их не было просто. Ну, например, какие направления? Ну, например, это серия «Фантастика», «Мистика», «Попаданцы». То есть об этом только последние там, 10-20 лет начали писатели писать, о том, как человек попадает в прошлое из нашего времени, и там у него происходит какие-то определенная цепочка событий, он возвращается обратно, и вот этот процесс идет, в общем-то, в романах. У многих писателей современных это очень популярно. Раньше этого направления не прослеживалось, ну, в общем-то, может быть, оно и прослеживалось, я не могу за всех говорить, за всех писателей, но, в общем-то, нет, оно не было настолько развито. Ну, потому что было хорошо в сегодняшнем дне, может быть, да, поэтому может никто быть не и хотел так. Вернуться в да, прошлое. Да, может быть и так, да. Так же самое, к примеру, как этот же и детектив, это иронический детектив, ну, мне кажется, тогда, в общем-то, ну, не было этого. Такие известные классики, как, к примеру, Агата Кристи, там, ну, не было такого, чтобы у него были какие-то иронические там детективы. Это был серьезный жанр детектив. Ну, все по-серьезному. Да, все было, да. То есть криминальные какие-то события, криминальные преступления, распутывание их и так далее, и тому подобное. Да, ну, сейчас это уже есть, поэтому... Все да. Движется вперед. Все движется вперед, конечно. А поэзия, Геннадий, остается, да, она остается неизменной. Да. Есть у вас еще что почитать? Конечно, нам? Конечно. Пожалуйста. И нарушая тишину едва заметными словами, за все, что было между нами, тебе я с нежностью верну. И утро с именем твоим украсит новый день цветами, ворвется словно херувим с хрустально ясными глазами. И прошепчу в который раз слова молитвы и признаюсь. Спасибо, жизнь, за то, что нас связала крепкими цепями. Ну, какое у вас жизнеутверждающее стихотворение. Геннадий, а у вас как у поэта, как у писателя, как у очень творческого человека, скажите, пожалуйста, есть свои любимые поэты и писатели? Да, конечно, их очень много, да. Это и наши современники, и те, кто уже, к сожалению, ну, давно уже их нет. Безусловно, очень много и... украинских авторов, и российских авторов, и белорусские авторы есть прекрасные, замечательные. Ну, то мне есть... кажется, что поэты вообще, поэтов нельзя делить на национальность. И поэт, да, как да, музыкант, да, да, или да. Художник, он да, вне да, всего. Есть прекрасный поэт Александр Зиновьев, наш современник. У него прекрасные стихи, замечательные. Это считается классикой, классикой поэтического жанра. Вот я могу даже прочитать. Несколько строчек из Николая, из Давайте, его творчества. Геннадий, да. Мы еще успеваем, да. Меня учили люди-братья, и ты им верь, всегда, везде. Я вскинул руки для объятий и оказался на кресте.
И вот теперь об этом чуде стараюсь все-таки забыть. Ведь как не злы, не лживы люди, мне больше некого любить. Геннадий, эфир наш пролетел, но есть еще секунда для того, чтобы обратиться к телезрителям в канун Нового года и Рождества. Будьте добры. Ну, мне бы хотелось в первую очередь близких, родных и всех николаевцев поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, конечно, огромного человеческого счастья, здоровья, благополучия, и чтобы следующий год обязательно для всех был счастливым, с голубым и мирным небом над головой у нас у всех. Вот это хотелось мне пожелать. Спасибо, Геннадий. Ну, а так как известно, что поэты прозорливцы, то дай Бог, чтобы так и было. Друзья мои, дай сегодня Бог. У нас в гостях был поэт Геннадий Ангелов. Я думаю, что вы не зря потратили свое время вместе с нами. Це була розмова на тему. На все добре.